Доклад второго принял первый. Спуску. Есть запуск двигателя ракетоносителя. Двигатели вышли на режим плавной ступени тяги. Прошел контакт подъема. 10 секунд. Полет нормальный. Двадцать секунд. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. 30 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 30 секунд. Полет проходит по программе. Водитель, у вас 695 на выход, 5. 50 секунд. Двигатели ракеты-носителя работают устойчиво. Двигатель центрального блока переведен в режим дросселирования тяги. Семьдесят секунд. Все системы ракеты-носителя работают устойчиво. Восемьдесят секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Девяносто секунд. Полет проходит по программе. 120 секунд. Система управления работает нормально. 130 секунд. Стабилизация устойчива. 140 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 150 секунд. Двигатели ракеты-носителя работают устойчиво. 160 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 170 секунд. Все системы ракеты-носителя работают устойчиво. 180 секунд. Полет нормальный. Время КП 12 часов 0 минут 164 миллисекунды декретного московского времени. 190 секунд. Полет проходит по программе. 200 секунд. Все системы ракеты-носителя функционируют нормально. выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 220 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. Двигатель центрального блока вышел на режим главной ступени тяги.
240 секунд. Давление в камере сгорания двигателя в норме. 250 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 260 секунд. Параметры конструкции в норме. 270 секунд. Все системы функционируют нормально. 280 секунд. Двигатель работает устойчиво. 290 секунд. Система управления работает нормально. 300 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 310 секунд. Давление в камере сгорания двигателя в норме. Есть выключение двигателя центрального блока. Есть отделение центрального блока. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть сброс головного обтекателя. Триста пятьдесят секунд. Давление в камерах сгорания двигателя в норме. 360 секунд. Параметры конструкции в норме. 370 секунд. Двигатель третьей ступени работает устойчиво. 380 секунд. Система управления работает нормально. 390 секунд. Параметры систем ракеты-носителя в норме. 400 секунд. Давление в камерах сгорания двигателя в норме. 410 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 420 секунд. Полет проходит по программе. 440 секунд. Система управления работает нормально. 450 секунд. Тангаж, рыскание и вращение в норме. 460 секунд. Двигатель третьей ступени работает устойчиво. 470 секунд. Полет проходит по программе. 480 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 490 секунд. Давление в камерах сгорания двигателя в норме. 500 секунд. Система управления работает нормально. 510 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 520 секунд. Параметры конструкции в норме. 530 секунд. Двигатель третьей ступени работает устойчиво. 540
40 секунд. Давление в камерах сгорания двигателя в норме. Пятьсот 50 секунд. Тангаж, рыскание и вращение в норме. 560 секунд. Система управления работает нормально. 570 секунд. Параметры системы ракеты-носителя в норме. 580 секунд. Все системы ракеты-носителя функционируют нормально. 590 секунд. Полет проходит по программе. 600 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 610 секунд. Система управления работает нормально. 620 секунд. Двигатель третьей ступени работает устойчиво. 630 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 640 секунд. Параметры системы ракеты-носителя в норме. 650 секунд. Давление в камерах сгорания двигателя в норме. 660 секунд. Все системы ракеты-носителя функционируют нормально. 670 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 680 секунд. Полет проходит по программе. 690 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 700 секунд. Двигатель третьей ступени работает устойчиво. 710 секунд. Система управления работает нормально. 720 секунд. Параметры систем ракеты-носителя в норме. 730 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 740 секунд. Давление в камерах сгорания двигателя в норме. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение орбитального блока. Орбитальный блок в составе разгонного блока 14С48 в технологическо-летном исполнении и испытательной полезной нагрузке выведен на начальную незамкнутую орбиту. Внимание! Построение совместного расчета 18.45 возле сооружения 18.5.